Всем привет! Смотрите, мы в лесу, и вот идут Мишинах. Это мы приехали смотреть свой участок, чтобы поставить границы. Уже потихоньку будем начинать строиться. Сейчас поставим границу. Ну а потом в дальнейшем уже засыпка и все такое пойдет у нас. Мы вообще, короче, с дороги ушли, с леса. Вообще в лес зашли. Да сюда даже еще дороги не сделали. Так у меня Валюша капризничает. Бог, упадешь, камушки там. Мишинах там, в лесу остались оставлять этот. Ну, то есть границу ставить там, палки, покуда будет наш забор. А мы пришли сюда на дорогу, где стоят машины. Вот. А этот, потому что там очень много травы, и Валюша не может ходить, потому что боится вроде, что ее щекотит. А еще солнце так пекет, блин. Мы не взяли Валюше панамочку. Надеюсь, солнечного удара у нас не будет. А в машину зашли, короче, там вообще еще хуже душно, чем на улице. А чтобы завести машину и кондиционер включить, я не могу, боюсь, что-нибудь не то сделаю еще. И будет вообще капец. Вот. Так что наш участок там будет, в лесочке. Но надо будет еще администрацию попросить, чтобы туда, до нашего участка, засыпали дорогу. Вот. Так что потихоньку будем строить свой частный дом. Ну, как финансы появились лишние, думаю, будем откладывать, и потихоньку у нас все получится. Все со временем. Москва тоже не сразу строилась. Вот. Вон там они уже идут. Поставили границу. Надо будет потом еще столбы купить и столбы поставить. И уже забор. Один профлис у нас двухметровый стоит 900 с лишним рублей. Вот, мы здесь сделали пирожки. Время у нас 10:10 часов вечера. 10 минут 11. Вот, на ночь глядя, стряпаем пирожочки. Они у нас будут рис с фаршем. Вот, еще чуть-чуть осталось. Валя еще так хорошо поела. Вот. Такие пышные получаются, когда долго стоят. Всем большой-большой привет. У нас уже второй день. Короче, мы вообще с Валюшей не можем. У нас дома так душно. Целый день у нас работает вентилятор. Я даже чайник не хочу кипятить, потому что будет жара такая вообще невозможная. Я думаю, почему у нас так дома душно. Потому что у нас, наверное, квартира, скорее всего, маленькая слишком из-за этого. Мы здесь как в вакууме вообще, можно сказать. Я лежу. Миша уехал в город работать, но он уже едет обратно. Уехали они в 8:30 утра, сейчас уже почти 4 вечера. Я даже как проснулась, в 11 мы с Валей встали, я даже ничего не ела, не знаю, мне вообще кушать неохота. Я хожу, только одну воду пью. Ну, Валюша у меня покушала, конечно, но сейчас Миша приедет, мы с ним попьем чай, я ему сказала, давай доширак просто заварим и покушаем, ничего не будем готовить, потому что это вообще невозможно. Ты шоколадку взяла, да? Иди положи в холодильник обратно шоколадку. Валя. Валюша у нас голенькая бегает, потому что в памперсе там у нее все спреет. Даже на улицу ее без памперса берем. Стараемся брать. Если она дома пописает, допустим, то мы одеваем ей трусик простой и идем. Она уже в центре там хорошо ходит. Не писаясь. Иди положи шоколадку. Валя. Шоколадку иди положи. Шоколадку иди положи, говорю. Смотрите, у меня, короче, дома бардак. Сейчас я приберусь чуть-чуть в комнате. И на кухне мне надо помыть посуду.
Чтобы помыть посуду, мне тоже надо греть воду. Да? Шоколадку хочешь? Да. Нельзя. Ты же только что йогурт поела. Давай ты не будешь шоколадку. Ага. Ладно, дам я тебе шоколадку. Так и уж быть. Она ест у нас шоколадки, но только чуть-чуть. Валё, скажи всем привет. Привет, скажи. Привет, скажи. Привет, скажи. Ну, как Валя говорит привет? Валё. Привет, скажи. Привет, папа, скажи. Папа. Нет, привет. Вот.